Разглядеть в толпе прибывающих пассажиров в аэропорту Стригина всемирно известных спортсменов достаточно сложно. О том, что в Нижний прилетают чемпионы мира по боксу Александр Поветкин и Денис Лебедев, вообще мало кто знал. Но нижегородцы быстро признали выдающихся атлетов и кроме автографов получили даже несколько дельных советов. Ну, проблема такая, если закрывают глаза при ударе в голову, вот как этого избежать? Потихоньку надо привыкать, полегоньку. Сначала медленно. Партнер бьет, вы уклоняетесь. В игровой обстановке. А потом уже быстрее. В столицу Приволжья боксеры приезжают уже не впервые. Рассказывают, что впечатления от города самые приятные. Даже приходилось стоять в спарринге с нижегородскими бойцами. Ну, у вас здесь сборная еще был Андрей Гоголев. Боксировали вместе. Да. Сильный, хороший боксер, чемпион мира. В программе атлетов легкий завтрак в нижегородском аэропорту и визит ФОКа «Северная звезда», где проходит международный турнир по единоборствам памяти Героя России нижегородца Дмитрия Житкова. Ценой своей жизни в декабре 2005-го он захватил отряд чеченских боевиков и спас всех своих подчиненных. Спортсмены и сослуживцы почтили память героя минутой молчания. Мы служили в разных подразделениях, но, тем не менее, я был наслышан о его профессионализме. Это был хороший командир. Личный состав был от него в восторге, им гордились и бесстрашно шли с ним на задачу. Соревнования для молодых спортсменов со всей страны проходят в Нижнем уже третий год подряд. Приезд звезд мирового бокса только повышает интерес молодежи к подобным стартам. Была задача тому, что ММА создали профессиональный вид спорта, где уже, ну, можно сказать, взрослые мужчины уже сразу выступают по профессионалам. Наша задача была это молодежь подвести, то бишь, к боям смешанных единоборств. В соревнованиях принимают участие три категории спортсменов от 18 лет и младше. Самым юным участникам едва исполнилось 10. Но даже в таком возрасте они сражаются за победу на ринге по-взрослому. Увлекаюсь рукопашным боем уже 7 лет. Хочу стать мастером спорта. Ким Андреев, Олег Константинов, Горький ТВ.